К середине подошла шестидневная рабочая неделя. Суббота, 2 ноября, будет трудовым днем, но сокращенным. А выходной перенесен на 30 апреля 2025 года, чтобы в результате перестановки получить непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Зато следующая неделя будет четырехдневная, благодаря Дню народного единства, который отмечается в понедельник, 4 ноября. Очередная рабочая шестидневка ждет россиян в конце декабря с 23 по 28. А потом сразу новогодние выходные целых 11 дней с 29 декабря по 8 января.